15 километров осталось до Бургаса. И от Бургаса еще до Святого Власа километров 50. Есть объездная дорога, но, во-первых, я ее сейчас не помню, уже все-таки год прошел. А во-вторых, как бы, я не знаю ее состояние, и не очень хочется ехать ночью по дороге, которая может оказаться вся в ямах. Поэтому я поеду прямыми путями, то есть до Бургаса дорога будет по-любому хорошая. И потом поеду от Бургаса до Святого Власа вдоль Нави побережья. Она хоть и медленная, но тоже стопроцентно хорошая, потому что она там всегда хорошая. Это очень популярная дорога. Если бы там были ямы, там бы, наверное, поднялся уровень Игал и Гул и все что угодно. Короче, поменяли бы всех губернаторов области, или как они у них здесь называются, наместники местные. Поэтому едем по прямой до конца до Бургаса и поворачиваем на Святой Влас и по прямой. Вот интересно, вот мы сейчас проехали, а была ли там надпись, что там есть заправка? Я видел туалет, парковка и ресторан. А слов про заправку, по-моему, не было. Так, тут про заправку ничего не написано. Парковка и ресторан. Subway. На той стороне. Фастфуд какой-то. А, вот. За 100 с небольшим километров на другой стороне есть заправка Лукойл. Так что если вдруг у вас к этому времени будет не хватать бензина, помните, за 100 с лишним километров от Бургаса на другой стороне есть заправка Лукойл. Как туда попасть, я, к сожалению, не знаю. Для меня это загадка, и она мне сейчас уже не нужна. Мне уже бензин не нужен, я заправился. А, кстати, заправился на 50 левов. Это около 25 евро и около 25 литров. То есть здесь, грубо говоря, 1 литр это 1 евро. В итоге на этом, я думаю, заправка у меня закончится. Сумму сейчас не скажу, но получается около 17-18 тысяч, это только бензин. На дорогу начинает нападать туманчик. Это видно в зеркалах. Это не очень хорошо, но большому уже счету пофиг уже, сколько мы туманчиков проехали с персиком. Еще одним туманчиком много не будет. Вы превышаете допустимую скорость. Да, превышаю. Из-за того, что здесь все едут быстро, периодически приходится разгоняться так, как мне бы уже, наверное, все-таки не хотелось. Устал. Уже утомляюсь от такого. Чем быстрее скорость, тем надо быстрее реагировать. А если быстрее реагировать, то усталость быстрее приходит и начинает клонить в сон. Вот, ладно, едем дальше. Да, едем до въезда в Бургас, еще покажу сам город. Вот еще одна заправка, где-то за 80-90 километров от Бургаса. То есть я зря перестраховался, зря поехал и на той стороне, и на этой. Зря поехал в деревню искать заправку по привычке. Вот, смотрите. Ай, блин, не видно. С правой стороны, в общем, открывается вид на город Бургас. Но, к сожалению, в темноте ничего не видно. Подъеду поближе, покажу. С правой стороны. Что-то в ночи этот навигатор, регистратор ни хрена не показывает. Короче, за 6 километров вот. За 6 или за 10 километров от Бургаса есть самый большой детский магазин на побережье. Называется Джамбо.
очень часто мы именно в нем покупали всякие вещи для ребенка. Ну и очень много всяких там украшательств есть и всякого подобного добра, которое может пригодиться по хозяйству для, ну, для украшения дома. Итак, ну вот мы въезжаем в город Бургас со стороны Софии. Вот уже знаки 60. Вот. Но мы сейчас в Бургасе почти не будем, потому что мы, собственно, в него въедем, проедем пару улиц и сразу выедем. Я не хотел ехать. Контроль скорости. Специально. Готовьтесь, в объезд, через 800 метров выполнить разворот на дороге с круговым движением. Я рассказывал, что не хочу в ночи ехать по дороге, которая могла прийти уже в негодность. Я бы сейчас там могла огрести больше геморроя, чем срезать. Мы потом съездим, посмотрим, как там дорога. Вы превышаете допустимую скорость. Сейчас не хочется. Через 100 метров выполните разворот на дороге с круговым движением. Съедьте, используя второй съезд. Ну давай, поворачивай. Используйте второй съезд. Почему это второй съезд? Когда это... Не знаю, какой съезд. Да, Мася, мы почти уже приехали. Проедьте 1,3 километра. Собственно, по Бургасу мы приедем, проедем 1,3 километра и сразу же выедем. В Бургасе есть еще очень прикольные лежачие полицейские, обозначаются они треугольными стрелочками, летая в которых, ну, заметить их очень сложно, если не знать, что же это такое. Только на собственном горьком опыте можно запомнить, что это они. Ой, кися. Вы превышаете допустимую скорость. Самолетики, опять же, вон наверху. Самолетик полетел. Туристы летят. Турции нет, Египта нет. Все в Болгарию, значит. Готовьтесь через 800 метров повернуть налево на дороге с круговым движением. Ну что, точно дешевле, чем в Европе. Конечно, здесь... Нет, наверное, есть все включено. Не знаю. Не отдыхал здесь в отелях. Ничего по этому поводу сказать не могу. Так и не увидел по пути ни одной машины, едущей вместе со мной. Ну, то есть тем же маршрутом хотя бы. С российскими номерами. Даже не с московскими, просто с российскими. Обычно всегда такое было. Всегда, когда кого-то кто-то ехал параллельно. А здесь один сам по себе. Видел только, ну вот тогда рассказывал, украинцев. Уже даже не помню, где я их видел. Вы превышаете допустимую скорость. Словакия, наверное. Или Венгрия. Венгрия. Да, Венгрия, наверное, была. Вот, и, собственно, все. Вот мы проезжаем Бургас. Все. Сейчас будем уже выезжать на трассу в сторону... Через 100 метров поверните налево на дороге с круговым движением. Съедьте, используя второй съезд. Поворотики. Используйте второй съезд. Используем съезд. Не знаю, какой тут съезд, но мы его используем. Вот, и все, мы уехали из Бургаса. Проедьте 12 километров. Вы превышаете допустимую скорость. Все, осталось еще минут 20-30, и мы будем дома. Соответственно, подъеду, наберу. Ой, да еще раз покажу все, расскажу. Вот мы и повернули, наконец, к Святому Фласу.
То есть нам осталось буквально 5 шагов и все. Ну, в ночи все равно ничего не видно. Будем считать, что я приехал. Сейчас подъеду к дому. Подведу итог в итоге, сколько километров. Вот. А все остальное уже потом буду показывать. Итак, мы доехали. В итоге в сумме около 3000. Все. Подробности уже все остальные завтра.